забор делали. Ну да, не мы одни здесь сидели. Ага. Что, пойдем чай пить? Ага. А потом тапок высохнет и поедем дальше, ладно? А с чем будешь пить? С песком или с вафлями? С песком. С песком? Да, а ты как хочешь. С вафлями, с песком. Чай. Хорошо, чтобы песок не забыл, да? Да, нет? Да, раньше был. Он горячий? Не, уже не горячий. Хороший чай на природе. Хороший? Вкусно? Довольны, а что приехали? А. А ты говорил, мы можем и в лес ездить? Можно, да. Большой. Можно, да, небольшой лес ездить. Угу. Ну, в другой раз. А еще куда-нибудь поедем после этого? Чтобы у меня кроссовок высохло быстрее. Еще мокрый. Мокрый еще? Да. Смотри, сам потрогай. Угу. Ну, потрогай. Не лей. Ой. Ничего страшного, высохнет. Булочки еще дать? Нет. Я люблю чай без всего. Потому что я от этого сразу пить хочу. И все попиваю. От чего? От котлет? Ну, когда мне пить дают, типа, я все выпиваю. Угу. А живот болит, оставляю. Какую-то хотела, какую-то песенку-то спеть. Забыла? Которую как папа звонит? Ну, да, да, как. Ну, там... Забери, что есть у меня, любовь моя, знаешь, что это мило, густые слова, ангел милый ты мой, но без крыла всегда поверь, не смогу прожить и дня. Все? И про маму есть, про твою дочь есть песня. А песенку знаешь это? Про маму? Да. Да. Давай. Моя мама лучшая на свете, она мне как солнце в жизни светит. Мама самый лучший в мире друг, как люблю тепло ее я рук. Только от этого чуть-чуть грущет, когда я пою эту песню. Я всегда, вот когда мне мама сама пела, я прям плакала. Mm-hmm. Потому что я маму очень сильно люблю. Mm-hmm. Я не могу без нее. Я сейчас не плачу. Просто так. Ну что, вкусные котлеты? Mm-hmm. Ой, я не хочу их видеть. Это я объелась. Объелась? Да, ну пока я чай пью, уже все, живот болит. Да, здорово, у меня Бася цапнул. Здорово. И тут еще маленечко. На ноге тоже цапнул? А? На ноге тоже цапнул. Ну, чуть-чуть попал. Mm. Ну, смотри, дед, он специально так делал. Со вчерашнего дня. Mm-hmm. Вечером. Он вчера игрался и меня цапнул нечаянно. Mm-hmm. Вот самый виноват. Барсик, вот. Спасибо. Я больше ничего не хочу. В самом конце на вкус кофе почему-то. О! Почти высохли. Почти высохли? Уже не охлаждает. Угу. Блин, а этот еще мокрый до сих пор.
Недавно же помыл, да? Они высыхают до сих пор. Куда же его поставил, чтобы он высох? Может, тут высохнет? Да? Да. Ох, спасибо, дедуль, что ты сказал, мне нравится это местечко. Нравится? Да. А помнишь, когда мы у тебя в гостях были, знаешь что? Чего? Я переменяла кепки папину, тебе одела, а твою папе. Угу. Мама даже засмеялась. Да? Да. Ну что, дед, поделаем? Можно поспать теперь. Нет, или не будем спать? Нет. А куда пойдем? Еще кроссовок не высох. Нет. Совсем куху, у меня кроссовок еще не высох. Ну давай ждать, пока просохнет кроссовок. Ну если хочешь, ложись, дед, поспи. Давай пока поспим, пока услышим. Ну да. Только подушки нет. Я знаю, где подушку взять. Где? Тихонько, там это ключи не потерять, Арина. Ну тихонько ты. Только надо ботинок убрать. Надя, ложись, только котлету убери. Как ты ляжешь-то? Ну, котлету поставим туда. Ой, мне это закрыть. Ладно, пусть. Давай, дед, ложись, отдохни. А это мы все поставим. Да, дед? Да. Ну что ж, дед, ложись. Ложись, дед. Ложиться? Да, можешь... Закрыть кепкой солнце. Ложись, дед. Не бойся, тебе там муравьев нет. Думаешь, убежали? А, да, убежали. Угу. Ложись. Не бойся, отдохни чуть-чуть. Да вроде мы и не устали с тобой. Ну, дед, ну ложись. Отдохни. Солнышко, глаза. Ну ты глаза закрой. Глаза закрыть? Да. Ложись. Купаться? Вода холодная уже, все. Ой, правда. Уже остыла вода. Арина, сейчас мокрая там будешь. Уже, наверное, мокрая, да? Носки мокрые. Конечно, чего ж ты полезла в воду? Я не люблю воду. Ага. Что, тут буду стоять? Нет, тут не будем стоять. Я пойду лучше, мне что-то холодно. Я хочу на солнце. Нет, я отсюда уже смотрю. Я знаю, где. Ку-ку. Там, смотри, ямина, не провались туда. Да, какой мостик. Рыбки там не видно? Рыбки? Да. Не, какое-то зеленое тут видно. Ну, это вода цветет, да, краска. Не, не видно рыбок. Не видно? А вы же должны быть на озере рыбки. Должны, да. А вот где-нибудь есть.
куда обратно? К костру? А куда мы еще поедем? Другое место поедем? Какой маленький лесочек? Ну, маленький лес, небольшой. Небольшой? Надо было вроде запасные взять, хоть сапоги. Запасные надо было взять? Сапоги хоть. Ага. Чтобы... Надо было бы в сапогах идти. В сапогах надо было идти? Там бы не так испачкались сапоги. Ну, наверное, да. Дед. А? Почему, скажи, такой мокрый? Ну, одевай, они все равно подсохнут. Ой-ой-ой, ой, хороший-то какой. Ой, ужас. Мокрый. Ну, может, высохнет. Ну, на ноге быстрее высохнет, да. О, приятно-то как. Приятно? Да, наконец-то, ботинка. Я рада. Наконец-то я одета. Дед, может, поедем? Куда поедем? Маленький лесочек. Маленький лесочек? Да. А где мы его найдем? Ой, забыли-то. Там, где строят. А где строят? А, там у вас в поселке? Да. Поехали. Нам надо тогда все собирать с тобой. Ну, давай соберем. Пойдем, посмотрим, это малина есть где-нибудь здесь? Малина? Да. Зачем тебе малины? Не хочешь малины? Ну, если хочешь, давай поищем. Только потом мы в лесочек маленький, ладно? Для отчего до поселка. Вот это да, да, дед? Ой, деда. А. Ну, там бросили наши. Ну да. Костер уже да. А чего там у тебя? Красиво. Здесь красивое озеро. Озеро красивое. Да, вот это вот там вдалеке. Да. Красивое озеро, да? Только рыбок нету. Рыбок нету? Ну мы тоже были когда-то вместе, там были рыбки. Ага. У нас в Солнечном. Да. Там тоже есть озеро в Солнечном. Более, я думаю, красивое. Более красивое? Не хочешь собирать? Не хочешь больше здесь? Надо отдохнуть тогда. Я просто тут не хочу быть. Ну да. Пошли, дед, собирайся. А куда мы чай тогда будем девать? Чай? Да. Ты вот пивай. Или давай мне вторую. Еще будешь пить? Здорово. Есть только диваны, что там еще, кресло. Выбирайте. А какой диван самый красивый? Диван? Да. Ну, такой подешевле. Подешевле? И за сколько? Ну, мало денег надо, 1 рубль. Всего 1 рубль только? Потому что он совсем маленький. Игрушечный, что ли? Нет, совсем маленький. Ну, за 1 рубль совсем маленький и будет игрушечный. Для маленьких совсем. Для маленьких? Да. Еще есть такой для взрослых, для вас и для детей. А для взрослых сколько? Для взрослых? Ну, для взрослых 93. 93? Да. Ну, маленько получше.
Хотите, я вам покажу диванчик? Ну покажи, только какой. Только разобранный. Разобранный? Да, потому что его надо еще делать. Ну вот, с узорчиками. С узорчиками диванчик. Ну давай-то, Иоанна, покупай это с узорчиками диван. Сколько, говоришь, стоит? 93. Да, его еще делать надо. Делать еще надо, а кто делать будет? Не знаю, кто у вас есть. Поможешь что-нибудь делать? А? Кто-нибудь поможет делать? Поможет. Ладно, давайте, до свидания. Теперь другой магазин, дед. Теперь другой магазин? Да. Ой, что-то все выходите. А что у тебя есть? У меня? Ну что? Пакетики всякие, батоны, хлеб. И хлеб есть? Да. И батоны есть? Да. Я вам много... Список смотри где, чего много у меня. А где самый хороший батон? Батон? Какой самый хороший-то? Его еще не привезли. Последний остался. Последний остался? Свежий. И что, себе захапало? Просто еще не привезли, а один оставили. Хотите, принесу? Я есть Андрей. Есть Андрей? Да. Ну что? Ну давай неси, раз последний остался. Только последний, самый один. Есть буханочка хлеба, есть. Только буханочка хлеба там. Там? Туда далеко идти? В коридоре. Туда идти далеко? Нет, недалеко. Ну, если тогда... хотите, принесу. Ну, ходи, принеси. Только там, вон где рюкзак. Вот ваша буханочка. 33. Тоже 33 рубля. Ну, просто 33. Просто 33? Ну, на. Ну, ладно, спасибо. Другой магазин. Деда, у тебя самый сложный магазин попался. Да? А почему электроника. Такой? Электроника. Врач себе попался. Врач попался? Да, тут и врач есть. И что он там продает в электронике в этой? Да просто смотрит людей. Ничего не продает? Ну, ничего не продает. А почему там магазин называется? Это не магазин, а электроника. Ну да. Так что давай другой пропустим. Давай. Просто что-то ты боишься, да? Кого? Вот этого врача, который тебе попался. Ой, ужасов боюсь. Тебе снова врач попался. Опять врач попался? Он не отстанет, его надо проверять. А его... Перегнал. Ну что, дед, что быстрее? Что там дед держит? Ага. Давай не будем. А то я так упасть могу. Да. Не хочу туда гонять. Ходи, смотри, чего? Сам. Сам едет? Да. О, тут чуть-чуть горочка. Да? Дорога хорошая, вот он сам и едет. Осторожно, вообще не только. Ну да. Дорога.
А я что-то не пойму, что вы туда пили. Где? Вот. Поворачивайся, домой. Еще прокатимся. Еще прокатимся. Не понравилось. Понравилось? К вам в гости? Мама со мной, это мы к врачу поедем, в дому. Угу. Так что, если это мама в выходной, мы пройдем к врачу, и я позвоню, ему скажем. Ладно? Ну ладно. Вот ты к нам приедешь, а я опять тут встречу. Угу. Горка! Наконец-то я буду, наконец-то я не буду педали крутить. Да? Педали крутить надоело уже? Ну, догоняй. Едь на другой край. Едь по краюшку, Арина. Круто было? Да, в этом городе так качало. Я еще хочу такой же городик. Чего? Глаз чешется. А и машина сзади. Чего? Не, больше нету. Езжай по краешку. Все, заворачивай. Сюда поехали. Ну да. Направо по дороге. Право там. Ага. Чего? Ага. Я бы хотела в Леонтьево. Ну, вчера в Леонтьево были, а что там еще ехать туда? А там же там горка большая, хорошая. Нет, тут тоже горки есть.
Сейчас дорога кончится, остановимся, ладно? А? Сейчас дорога кончится, мы остановимся, постоим маленько. Ну да, уберем камеру на место. Давай сюда, на травку.